пишет здесь, Матяня. Итак, девочки, сказки все читали, да? Нет, это же... Она же из другой команды. Она же другая команда. Ага. Она же из персиков. Персики, будете маме мне помогать? Буратино! Молодец! Да. Писка, да? Молодец, Писка, помогала своей маме, сказала Буратино. Правильно. Да. Так, этот вопрос теперь на всех, кто первый поднимет руку, ясно? Так, слушайте внимательно. Как зовут бабочку, в которую влюбился Лунтик? Ирина. Поняла, зовут кто первый? Анисия. Савинья. А вы все начали кричать. Так, Анисия, Савинья. Как это зовут? Так, ну ладно, первая ответила у нас Матяня. Матяня ответила, она сказала, и мы ее зовут. Так, следующий вопрос. Опять же на всех, кто первый поднимет. Аня, с места не кричи, не начинается. Сразу руку надо. Вот, один руку подняла, и кричит. Так, следующий вопрос такой. Внимательно подумайте и посчитайте, да? Посчитайте. Сколько друзей у Лунтика? Уже? Посчитал уже? Сказал уже? Да, все. Нет. Ну, руку поднимайте кто? Три, неправильно. Я. А не нет. Три. Молодец. Итак, все, на вопрос, я ответила, я та команда, у Лунтика
Первая ответила на правильный.